товарищ командующий, личный состав объединенной группировки для проведения совместного учения с миротворческими силами организации договора коллективной безопасности «Нерушимое братство 2021» построены. Вольно! Вольно! Все достижения наших государств должны быть надежно защищены. Эта работа является главной составляющей деятельности организации договора о коллективной безопасности. Надеюсь, что в ходе учения мы увидим, как совершенствуется выучка и мастерство командиров и солдат, формируется новый подход к современному применению миротворческих сил ОДКБ. Военно-политическая обстановка вокруг наших государств становится все более напряженной. Провал военной операции США в Афганистане привел к резкому скачку террористической угрозы странам Центральной Азии. Совместное учение не только повысит уровень слаженности подразделений и укрепит боевое сотрудничество, но и продемонстрирует всему мировому сообществу единство наших взглядов на формирующиеся угрозы и способность им противостоять. В ходе проведения совместного учения «Нерушимое братство 2021» будут проведены занятия для представителей всех воинских контингентов стран, прибывших на учение. Буквально через несколько дней будет годовщина событий в Карабахе, в ходе которых миротворческая бригада была поднята по тревоге. Исходя из полученного опыта, личный состав на данном учебном месте показывает порядок организации службы на контрольно-пропускном пункте, который является ключевым объектом при выполнении задач по поддержанию мира. Расчет маневренной группы, обнаружив беспилотный летательный аппарат, применяет ручной комплекс противодействия беспилотного летательного аппарата. Для этого средства не обязательно визуальный контакт. Самое главное — знать направление, откуда летит квадрокоптер, что позволяет системе радиоэлектронной борьбы вскрыть направление, даже точку запуска беспилотника. Применяйте. Вот он начал садиться.